привет, ребят! Сегодня у нас мини-обзор для Инстаграма. Постараемся уложиться в минуту. Обзор состоит в том, что мы делаем забивку по заказу клиента, по его вкусам и при клиенте. Это Турал. Прошу любить и любить. Здрасте. Турал, скажи, пожалуйста, ты почему выбрал именно вот элемент линейка вода, линейка земля, так, Кашмир Фейхуа, вода Фейхуа, просто Фейхуа и Black Curve Atmosphere? Мне вообще очень нравится элемент, у него и вкусовая линейка очень-очень мягко, он в целом открывается очень круто. И хотел попробовать саму Фейхуа на линейке вода. У нас еще и по счастливой случайности еще и оказалась линейка Кашмир Фейхуа земля, от земли. Да. Тяжелая линейка, ребят, и средняя по крепости. Линейка вода от элемента. Что берем в основу? Must-have или же элемент? В основу, наверное, возьмем must-have. У нас must-have black currant. Окей. Вот, 50% у нас будет black currant и 30-20. 30-20 еще. 30 фейхуа и 20 кашмир? Да. Окей. Ребята, must-have и элемент вместе курится просто идеально. Оба из табака Берли. Все это в черном виде. Ничего черного, кто-то черного не имеет, но... Я не расист. Я пошутил, конечно. Забивать масках элемент очень легко. Мы забиваем на чаше фанул, обычный фанул с глазурью. Ну, процентов где-то 50 здесь будет. Все, этого хватит. Теперь у нас фейхуа. Сказал, сколько? 30%, да? Да, 30% воды, 20% земли. Все это будем курить в касание. Ничего страшного не будет. Элементы маска ведется нормально. Даже при высоких температурах. Но опять-таки, масхав не очень много любит жара. Так, средний. Так, теперь у нас тяжелая линейка Кашмир Фейхуа. Я объясню, почему у нас 20% Кашмир Фейхуа. Потому что, во-первых, кашмир, он очень, не очень, но в меру приторный. И, кроме этого, линейка земля, поэтому с тяжестью перебарщивать не будем. Хочется покурить, накуриться, но не умереть, понимаешь? Хорошее касание, все будет куриться, потому что любишь много табака. Будем это все курить на нашем новом кальяне от компании El Bomber. Нурбургинг называется. Пожалуйста. Просто кайф. Вот блюдце тоже сними, пожалуйста. Напоминает диск от колеса машины. Тебе на грани? На грани. На грани. Все, ребят, теперь поставим угли, раскурим все это дело и посмотрим, как все это будет. Ребят, чаша у нас готова, все прогрелось. Делаем первую тягу, потом посмотрим, понравится ли Туралу. И вот, ну, моя забивка при условии, как бы, мой выбор. Дымно и вкусно. Я думаю, пока что масло не прогрелся. Mm-hmm. Мне так кажется. Потому что я так чувствую. Сейчас тоже попробуем. У нас третий уголь со стороны элемента лежит. Да, поэтому элемент уже раскрылся ранее. Я больше жара не дал на масло, потому что масло курится при высоких температурах, но желательно не перегревать. Кашмира именно вот немного, прям то, что надо. То, что надо. То, что надо. Не, забивка по процентам, я думаю, то есть правильно, я думаю, 20%, ты правильно сказал, что лучше всего.
Как насчет must-have? Пока что не раскрылся. Must-have очень слабо сейчас пока отдает. Пока что слабо. Когда будем менять угли, ребята, у нас здесь стоит 3,25 угля на коллауде на грани. Стали, ребят, и когда мы будем менять угли, мы расположение просто поменяем. Вот сними, пожалуйста, внутри. Тогда уже другой уголь будет здесь стоять здесь. Сейчас здесь пусто. Must-have расположен здесь, на этой части. И must-have потом даст о себе знать. Вкус понравился? Очень вкусно. Ну все, ребят, спасибо за внимание. Постараюсь уложиться в минуту, но не получилось. Постараемся сделать еще что-нибудь. Обязательно сделаем. Видос. Да. Петрович, если хочешь. Я только да. Ну все, ребят, всем пока. Всем спасибо.